Опять проклятие, ну вы издеваетесь уже. Сколько же можно проклинать-то? Ничего страшного, приходится вот этим вот заниматься. Потому что иначе здесь просто не выстоите, даже 90 уровень не поможет. Это против этого вообще не выстоять никак. Если этого чувака сделать... Да вы что, ну, проклятие, моноберн. Ужас. Ладно, сейчас генерим приемлемых варваров. Не страшно. Там, ой, там фанатизм, проклятие. Это тоже бред. Короче, надо было не перегенеривать тогда, когда был всего лишь один моноберн. Причем этот корлик, или как там его зовут. В принципе, он не такой уж и опасный. Проклятие, да чтоб вы сдохли. Надоели уже. Своими проклятиями. Проклятие. А, ну да, проклятие я не снял, конечно. Ну, вроде все. Нужные варвары. Этот стоит вдалеке, моногорнов нет. Стой и пеналь. Спокойно. Ну, конечно, лучше, чтобы Мерк... А, ладно, сдох. К сожалению. Ну, тут и одни справимся, я думаю. А чего у меня не пьется-то зелье? Там... Кого-то аура, что ли, это огненная? Да. Неприятно, конечно, небольшой дамаг будет проходить. То есть совсем на халяву бегать мы не сможем. Но не очень страшно. Так, главное одного убить. Там дальше уже легче пойдет. Так, корлику можно вот просто вот так вот встать и все. Он ничего не сделает. Главное, чтобы он не прыгал. Потому что самый большой дамаг у него идет с прыжка. Но этот парень только замораживать умеет, который у нас топорами кидает. Поэтому это тоже не страшно. Главное, чтобы просто зелья внезапно не кончились. Как бы только это самое опасное. Потому что потом только придется выходить. О, и все. Все. Мы выполнили самый трудный квест. Как вы видите, уровни нам не дали, потому что у нас уже очень высокий. Мы получили просто количество опыта. Вот, кстати, посмотрите, какие гигантские цифры здесь. Спокойненько уходим в город. Разговариваем с людьми. Они говорят, что вы первый там... то, в общем-то, смог это сделать, убить варваров. Вы достойны пройти Камни Мира. Желает нам удачи в борьбе с Баалом. Теперь мы берем свой щит, потому что там нас ждет очень серьезные монстры. Поэтому по максимуму берем себе брони. Ну, то есть не брони, а резистов. Так, я надеюсь. Ну, они практически все максимальные. Хорошо, и... Нужно идти и брать waypoint. Не понял, зачем мне второй раз, мы стали разговаривать. И обещал я вам рассказать про Uber Quest. Вот сейчас я, наверное, о нем расскажу. Во-первых, Uber Quest можно сделать только на аду. В отличие от того же World Event, по-моему, который можно вызвать где угодно. Ну, то есть даже на норме, по-моему, этот Uber Diablo появляется. Хотя на некоторых сайтах пишут, что тоже только на аду. Ну, в общем, где-то я точно читал, что там появляется он на любой уровне сложности, просто Анихулус, уникальный чарм, который дропает Убер, он появляется на норме никогда, на кошмаре лишь в 60% случаев. Вот. Так. А вот Uber Quest как раз, его можно выполнить только на аду. Причем, по-моему, убив Баала, насколько мне помнится. Ну, да это не важно на самом деле, потому что все равно вам... нужен довольно сильный чар, но обычно это смайтер. Ему просто проще всего там жить. Из-за того, что, во-первых, удар щитом попадает каждый раз. И второй момент, то, что можно наложить лайфтап и спокойно лечиться с этих, со всех уберов. И практически повреждений не получать. Но вас, конечно, все равно там могут убить, если у вас мало жизни. Но... То есть там 1500, наверное, надо как минимум уметь, чтобы там хотя бы не умирать. Но это все мелочи жизни. Все равно там довольно спокойно смайтер живет.
Так, сейчас вот это надоедливое убьем, которое Соулов возрождает. А, блин, у них иммунитеты. Ого, Соулы под фаной, ну, Соулы под фаной, это не так страшно, как Соулы под этим, под конвой. Так, а вот наемник, конечно, тут слишком сильно входит. И, боюсь, он просто не переживет. О, ну, чистый лак нашел. Вейпоинт, значит, бегать долго не придется. Сейчас сразу перейдем на следующий уровень локации. Так вот, значит, как этот убер-квест выполняется? Во-первых, нужно найти ключики, то есть нужно 9 ключей. Они выпадают, я уже рассказывал, с графини Key of Terror выпадает, с суммонера Key of Hate, по-моему, и с, сейчас скажу, с Нихлатакка Key of... Блин, меня тут зажали. Не самое приятное, когда зажимают соулы. Так, ну это только на альте можно здесь все пробежать быстро. И с Нихлатакка Key of... фиг его знает кто, короче, не помню я уже, как называется этот ключ. В общем, собираете 9 ключей. По 3 разных кладете в куб. И здесь тоже тупик. Где же тогда? И здесь тупик. Кладете по 3, в общем, в куб, и вам открываются 3 разных портала. Только, ну, и они открываются в случайном порядке. Естественно, это в одной игре надо делать. Вот, чтобы открылись 3 разных портала. В этих 3 порталах нужно убивать Убер Изуала, Убер Дуриэль и Убер Андриэль, которая зовется Лилиф. И вот эта вот Лилиф, она настоящая стерва. То есть Андриэль это просто так. А вот Лилиф это вообще самая жесть. Так, а что это? Я назад, что ли, пришел? Или что? А, еще в 3 уровень сначала надо. Вот. Ну, это понятно. Тут ребята не шутят. Зря я наемника, точнее, рано воскресил. Потому что он здесь будет довольно быстро погибать. Убивайте всех этих убер-монстров. И они дропают 3 таких... как их зовут? 3 органа. Там Хорн, Глаз и еще что-то, я уже не помню. Диабло, Баала и Мефисто, соответственно. Вот, их тоже кидаете в куб, и открывается портал в Убер Тристрам, где вас ждут 3 убер-босса. Диабло, но это не тот, который клон, а именно он называется Убер Диабло. Убер Баал и Убер Мефисто. Они все вместе, 3, но они там не вместе, конечно, стоят. Немного подальше, но их можно, конечно, и в кучу собрать, и против них втроем драться. Но лучше, конечно, этого не делать. Самый сложный из них является Мефисто, который всегда имеет Aura Conviction. И при помощи своих мега-спеллов, там, ледяной этой, ледяного орба или молнии, уже там не помню чего, может, ну, короче, убить вас практически за один каст. И поэтому как делают? Качают Conviction, в общем-то, Смайтеру, и под Conviction, которая должна быть просто больше, чем аура Мефисто, она, по-моему, уровня 22 у Мефисто. Если вы набираете, соответственно, 23, то вы перебиваете его канву, и у вас резисты не уменьшаются. Ну, либо можно под Сальвейшеном бить. В принципе, особой разницы нету. Просто канва еще защиту, по-моему, уменьшает. Но я не знаю, действует это или нет на убер Мефисто. Вот. Спокойненько себе убиваете их, потом идете к Диабло и Баалу, накидываете на них на всех лайфтап и... Там можно даже с Диабло и Баалом одновременно драться, они, в принципе, не сложные. Вот. И из последнего умершего убер-босса падает уникальный чарник на 2 клеточки, который дает плюс 20 статов, плюс 20 резистов и плюс 3 скилла к одному персонажу. То есть можно, например, играя за паладина, выбить там чарм плюс 3 к сорке. К скиллам сорки. Ну, естественно, этот убер-квест нужно выполнять хоть сколько раз, там ни от чего не зависит. Один и тот же перс там может делать, поэтому как бы проблем нету. С тем, чтобы пойти еще раз, там выбить еще раз 9 ключей и выбить совершенно другой себе чармик, который нужен именно вам. Вот. Ну, остальные чары там, как правило, не живут. Нужен просто хороший атак-рейтинг, поскольку у этих боссов дофига защиты.
Ого, опасно. Если у вас хороший атак рейтинг, то, в принципе, наверное, можно там и любым илишником это сделать. Главное, хороший иметь Life Leech. Ну, либо Life Tap. Просто Life Tap, как я уже говорил, со смайта не работает. Ну, поэтому вот приходится некровские палочки искать с этим Life Tap. Так, ну, либо некров помощь звать, чтобы он накладывал. Вообще, это как бы близы, наверное, надеялись на то, что этот убер-квест тоже будет выполняться несколькими персонажами, поскольку он невероятно сложный сам по себе. Но Смайтер один спокойно это может сделать. Вот такой вот квест. Он там нигде не подписан. То есть это так, чисто. А, еще, кстати, там дается такая специальная награда. Может выплатить стандарт Heroes или как-то так называется. В общем, бесполезные какие-то чармики, которые требуют 90 левел, но которые ничего не дают. Это просто типа понтоваться потом можно, чтобы типа были выбор перед другими игроками. Но есть одно но вообще. Нет, нельзя квест выполнить в одиночной игре. То есть это нужно обязательно играть на батлнете. Поэтому я вам его не покажу. А так, в принципе, конечно, можно было попробовать показать вам, как там внутри. Может быть, конечно, я бы не убил бы ни Мефисто, ни даже Баала, ни Диабло, но хотя бы показал. Ключи в одиночке выпадают, но, к сожалению, открыть портал нельзя. Нужно ставить специальный мод. Ну, этого я, конечно, делать не буду, потому что у нас прохождение, собственно, оригинала. Я имею в виду официального. Ну, вы поняли, да? Хоть и с патчем игра, но, по крайней мере, официально от близов. Вот такой балл, черненький с красненьким, ну, тоже так себе. По-моему, он на норме. Самый лучший. А потом уже все его наборы цветов как-то уже не очень.